В этот день в одном из корпусов Полоцкого государственного университета как никогда многолюдно. Здесь присутствует и ректор университета, начальник Витебской таможни и директор Верхнедвинской гимназии, где с начала учебного года функционирует специализированный таможенный класс. Праздник-форум с благозвучным названием «Встречи междуречий» проходят впервые. Участники – учащиеся специализированного таможенного класса Верхнедвинской гимназии и студенты Полоцкого университета. Лично для нас, как для учеников таможенного класса, проводили мероприятия очень много. То есть нам проводили экскурсию по зданию Полоцкого коллегиума, по зданию юрфака ПГУ в Междуречье. К нам провели интересный квест, чтобы познакомить с округой. Мероприятие такого уровня при поддержке Полоцкого университета проводится впервые, но надеюсь, что это мероприятие станет основой нашего более тесного сотрудничества, и в том числе мы рассматриваем вопрос для того, чтобы Полоцкий университет открыл на своей базе подготовку по специальности таможенное дело. Таможенные органы крайне заинтересованы в том, чтобы их ряды пополняли хорошо подготовленные, а также предметно ориентированные молодые люди. Ведь какие бы технические средства таможенного контроля ни существовали, основной резерв и потенциал – это сотрудники. Начальник Витебской таможни такое предложение сделал об открытии специальности в нашем университете. И причем это не на пустом месте. Поэтому вот мы такую специальность планируем открыть и решить для страны важную задачу. И если в местном вузе еще только планируют открытие новой специальности, то в Верхнедвинской гимназии таможенный класс успешно функционирует. Это первый опыт в масштабах области. Учитывая то, что мы являемся приграничным районом, у нас уже есть преемственность поколений родителей, которые служат в таможенных органах. И то, что у нас находится пограничный таможенный пункт, значит, как-то все совпало и поступило такое предложение открыть на базе Верхнедвинской гимназии таможенный класс. Обучающиеся в таможенном классе не только изучают ряд предметов на повышенном уровне, но и приобретают, по их словам, интересный опыт, который в дальнейшем пригодится в любой сфере. Планируемое триединое сотрудничество школа, вуз, таможенные органы, по мнению специалистов, станет полезным для каждой из заинтересованных сторон. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ.